В прошлом выпуске новостей мы рассказали о том, как отметили видным День защиты детей. Продолжая эту тему, наш мобильный репортер побывал в детском отделении, где ребята, которых доктора не отпустили на выходные домой, смогли также почувствовать праздничное настроение. Им его подарили гости. Это, конечно же, знаменитый любимый ребятней клоун Алекс, а также другие взрослые, которые изъявили желание помочь детям сделать праздник. Все вместе они играли в настольные и подвижные игры. Дети на время позабыли про свои недуги, а взрослые про серьезные дела. Раз, два, три. В конце мероприятия каждый маленький пациент получил подарок, а руководство детского отделения в знак благодарности вручило грамоты за спонсорскую помощь всем, кто сделал этот праздник особенным.